Всем привет! Мы сегодня решили снять видео про нашу зимнюю одежду. Потому что я знаю, что вы спрашивали, но мы решили разбить на несколько категорий, рассказать вам про лейеры, то, как правильно вообще одеваться зимой, чтобы не замерзать. Но для начала мы решили показать, что именно мы покупаем и как мы это носим и зачем. Поэтому я начну со своих курточек. Мы не хотим делать длинные видео, вы потом, если захотите, вы найдете Сережины тоже и посмотрите. Итак, мы начнем с того, что можно носить легкой зимой или поздней осенью, как называется. Это моя Патагония. Это такая достаточно легкая и простая курточка. Вот, она выглядит вот так. Я не скажу, что она сильно теплая, потому что когда были достаточно холодные дни, я в ней замерзала. Мне ей очень удобно, потому что есть капюшон, но опять-таки, как я говорю, она не предназначена на суровую зиму. И в ней очень удобно ходить, если где-то, погода все-таки где-то до плюс 5, плюс 10, она очень классная, особенно осенью. В ней очень комфортно и очень удобно. Так что зимой, поскольку я уже много раз вам об этом говорила, но мы часто ездим на машине, поэтому если прыгнуть в машину, мне нравится ее длина, что в ней очень удобно садиться. Оно не трется об машину, не пачкает ничего. Сел, встал, пошел, разделся. Если не планировать проводить время на улице, я ее достаточно часто одеваю просто для того, чтобы перебежать куда-то. Здесь регулируется застежка, если надо, чтобы воздух не проходил. Вот оно так. Так удобнее, потому что можно одеть перчатки и засунуть вовнутрь. Поэтому такая простая. Патагония достаточно хорошая, курточки. У меня вопросов нет. Чтобы сказать, я не знаю, чем она утеплена. Что-то в ней есть, но она достаточно легкая. Поэтому это такая очень простая курточка. А следующую я вам покажу тоже достаточно легкая. Я ее купила когда-то в Диннерсе за, не знаю, долларов за 50, может меньше. Я не помню, серьезно. Эта курточка, она очень легенькая, но она классическая. За счет цвета и за счет ее пошива, если надо одеть куда-то юбку, каблуки и все остальное, она подходит больше всего. Потому что в ней можно нарядиться во что угодно, как бы пойти там куда-то на вечеринку, грубо говоря, или кому-то на день рождения. Она подходит, в принципе, очень неплохо. Зимой бы я в ней по улице не гуляла, в ней очень хорошо просто прыгнуть в машину и куда-то переехать. Но за счет длины не сильно удобно в ней, конечно, ездить. Хотя очень удобно здесь оно застегивается и расстегивается. Поэтому можно, если холодновато, можно застегнуться. Она не предназначена для долгих прогулок, но неплохой вариант иметь, если надо что-то сверху накинуть и просто побежать куда-то. Мы сейчас переходим к более теплым курточкам, которые я одеваю, если мы куда-то идем гулять. Итак, я вам сейчас покажу. Это такой простой вариант тоже. Я ее иногда одеваю на работу. Она за счет цвета очень просто. Это вообще лыжная курточка. Но за счет цвета я ее могу одевать и на работу, или куда угодно. Это The North Face. У нее, как и во всех лыжных курточках, тут расстегивается, если жарко. Ну, у нее такой более-менее классический вид, который вот по джинсы, под сапоги, можно себе спокойно пойти прогуляться. Мне нравится, что закрыта попа, поэтому где-то даже можно пройтись там к магазину или просто по нейборхуду можно пройтись. Есть капюшон, если надо. Он, конечно, для шлема предназначен, но можно одеть с шапкой. Она на пуху, достаточно теплая и, в принципе, ветра не продуваемая, потому что это все-таки лыжная куртка. Такую хорошо иметь на случай, опять-таки, если надо где-то одеть под джинсы и выскочить. С нее, правда, лезет пух, что Сереже очень не нравится. Он ее вообще недолюбливает. Я ее купила за $160 в Виннерсе. С редстикером она была. Потому что оригинальная цена на нее была $500. Во всех магазинах. И это прошлого года модель, наверное. Или даже позапрошлого. Ее уже очень сложно можно найти где-то в магазинах.
рукавчик на резиночке, ничего не продувается туда. В принципе, очень добротно сделано, как и все наши свои вещи из недорогих. Так что, а цвет очень вообще классный, мне нравится. А сейчас я вам покажу. Это одна из самых хороших курточек для зимы по многим версиям. Не верите, можете прогуглить. Это Artrix. Это Сережина любимая фирма. Она для зимних вещей, наверное, одна из самых хороших. Она достаточно элегантная. У нее есть капюшон. Он сделан очень странно, если честно. Но как бы в нем можно, видите, спрятаться. Так идешь или шарфом даже можно обмотаться. Можно его одеть. Выглядит коряво и стрёмно. Я не знаю, может, не можно и на лыжах, но она достаточно удобная. Можно руки поднимать, она ничего не сковывает, никаких движений. Поэтому технически, если сильно хотеть, можно в ней кататься на лыжах. Поскольку это Vortex, то это, понятно, это входит в разряд вообще самых хороших. Тут написано Vortex. И а тут такой зверь. В разряд самых хороших. Она, мне кажется, входит в тройку вообще самых классных зимних курточек в Канаде. Поэтому мне очень нравится, что она, как многие курточки на пуху, они большие, объемные, тяжелые. Ты в нем выглядишь как терминатор. Мне очень нравится ее элегантность. И она вообще очень, очень классная, если честно. Ее можно одевать даже под какое-то платье или еще под что-то, и будет тепло. В ней точно так же можно ходить гулять по улице, и будет достаточно тепло и хорошо, и уютно. Она на кнопочках по всему этому размеру замочка. Можно застегнуться, если что. И, в принципе, вот такая. Классная. Мне не сильно нравится черный цвет, но с другой стороны, я потом поняла, что все-таки другого цвета уже не было, когда они были по скидкам, потому что все разобрали. Но черный цвет подходит под очень много. Она очень-очень приятная внутри. Я не знаю, что это. Видите, капюшончик можно регулировать, стягивать. Но вот эта штучка очень уютная и очень удобная внутри. Здесь есть карманчик, можно положить туда что-то. Неглубокая. Поэтому не сильно много здесь, за счет того, что она облегает, не сильно много места, чтобы что-то складывать и хранить. Так что, в общем, здесь есть карманы боковые. У них нет особого утеплителя. Здесь такой же материал, как здесь. Но удобно. Это курточка на пуху, но его там не так много. И за счет вортексной технологии, которую они используют, оно, видно, работает очень хорошо на теле. Так что... Не продувает и не промокает. Не продувает и не промокает. Сейчас я вам покажу мою полярную модель. Это я на Аляску поеду, когда мы туда поедем. Есть у меня такая курточка. Выглядит страшно, но очень классная. Это Cora Jumpers. Модель называется Inuit. Выглядит вот так вот. Я не чувствую себя как медведь. Но этому медведю очень тепло. Она очень теплая. А мы ее покупали в Sporting Life. Мы ее купили вообще случайно, если честно. Потому что мы смотрели совершенно другую курточку. Спрашивали у них. Это была новая модель этого года. И когда мы к ним заехали... чтобы вообще спросить про ту модель, они нам вынесли эту. Эта модель изначально стоила $1500 за счет того, что у нее здесь натуральная овчина. Оно очень удобно и очень классно застегивается, потому что под горло, например, здесь вот, я не знаю, видно вам или нет, здесь вообще нету продуваемости ветра. И за счет вот этих их карабиновых закрывалок, вот так они работают, я не знаю, зачем мне это их фишка, то как бы... Очень классно и очень тепло должно быть. Вообще она очень теплая. Я думаю, она, наверное, до минус 40, до минус 50 выдерживает по тому, как она сделана. И нам ее продали очень дешево. Нам ее дали за 50%, плюс на нее было 20% скидка. И используя Store Credit, нам она досталась очень-очень дешево. И это из тех курточек, которые можно носить, если... Хочется пойти посмотреть на белых медведей. Вот она пойдет. Можно ее одевать.
Она сделана, гайс, вообще просто очень круто. Они не выглядят красиво. Если вы ищете что-то элегантное, красивое, как Moncler или там что-то остальное, то это не такого плана курточки. Тут большие карманы, чтобы что-то складывать, небось там палатку туда даже можно сложить. И тут огромные, видите, какие вообще большущие такие карманы. То есть она достаточно грубая такая курточка с такими большими накладными карманами, которая внутри даже нету подогрева никакого. То есть здесь обычный материал, поэтому надо, конечно же, в рукавицах туда залазить. У них очень холодно. Но здесь есть тоже кармашки. Тоже тут небольшая такая тряпочка есть. Конечно, оно теплее. В них очень удобно вот так ходить, потому что они на уровне груди, что мне очень нравится. Но они не теплые. Все равно надо в каких-то рукавичках одевать. Поэтому, несмотря на свою грубоватость, эта модель самая теплая у меня. И если, конечно, мы куда-то идем гулять, и когда холодно и снежно на улице, то это вообще очень-очень хорошая и теплая, и классная курточка. И я ходила в ней в очень большой мороз, и даже вообще не продувает, холода вообще не чувствуется. Вот вообще. Поэтому мне очень интересно, я бы действительно хотела ее поехать в ней на Аляску куда-то или на какие-то холодные места. Вы знаете, что я очень люблю снег. Если не знаете, то теперь знаете. Видите, вот так вот сделано внутри полностью по всему вот эта овчинка. Они сделали в этом году ее очень легкую, потому что в прошлые годы они получали очень много от женщин особенно, очень много complaints, жалоб о том, что курточка очень тяжелая и очень ее неудобно носить. Она и так как бы там пух, понимаете, и все вот это, ее и так неудобно носить. Я представляю, если вот эта ткань еще такая брезентовая, то вообще, наверное, очень сложно. Так что вот такой у нас есть парадженперс на очень холодные случаи жизни. Ну и последним фаворитом, так сказать, моим является на сегодняшний день это Canada Goose. Canada Goose – это вообще лидер курточек в Канаде на сегодняшний день. И я так смотрю, они набирают популярность и становятся лидерами во всем мире. Я вижу очень много людей в Украине, в России начинают их носить, в Америке много людей спрашивают и заказывают их. Эта модель, я не помню, как она называется. Мистик. Мистик, точно. Называется она Мистик. Она до минус 30. И мне очень нравится, как она пошита. Вообще она очень удобная, уютная, элегантная. Она с пухом. Продумано, в принципе, все, вплоть до таких деталей. Очень удобно. Застегивается горло. Рукавчики очень удобные. Кармашки. Внутри вот тут вот такой утеплитель. Поэтому когда я ее одеваю, я рукавицы не одеваю, потому что мне настолько уютно в карманчиках, они настолько вот классно на правильном уровне, и вообще очень, конечно, удобно. За счет длины неудобно садиться в машину. Это большой минус, потому что все время вот здесь пачкается в машину, когда особенно соль или грязь какая-то, это большой минус. Но ходить в ней вообще это сплошное удовольствие. В ней есть капюшон. И я очень часто даже не одеваю шапку, мне достаточно одного капюшона. Конечно, если есть шапка, то тоже хорошо, но капюшон сделан, здесь такая проволочка такая, которой можно делать любую форму, и можно как бы прижать, и получается очень удобно. Из всех курточек, которые у меня есть, это, конечно, самая классная, самая. То есть она занимает первое место. Я не уверена, что она выдержит там минус те же 35 или минус 40, как PJS, Parajumpers. То есть я бы на Аляску в ней, скорее всего, не ехала, потому что у них есть другие модели, которые такие более объемные, более такие большие для Аляски. Но вот этот вариант очень классный. Единственное, что неудобно, когда в ней ехать куда-то гулять, и потом заходишь в молл или заходишь куда-то, и она постоянно на тебе, то становится очень жарко. То есть ее надо снимать и носить с собой. В ней действительно очень жарко. Она вообще очень классная. И не потому, что это Canada Goose или там еще что-то. Просто ощущение, как она пошита и насколько в ней уютно и комфортно, то это, конечно, стоит. Она этих денег. На Canada Goose в Канаде практически не бывает скидок.
По крайней мере, мы не слышали. Наверное, есть какие-то подделки, но тоже, если покупать в специализированных магазинах, то оно будет, ну, явно вы будете знать, что она настоящая. У нее на каждой курточке есть гарантия. Вот это гарантия такая. При покупке эта гарантия вбивается в систему, и они за вас всю информацию отправляют. И по этой гарантии вы ее сдаете на, там, если ремонт какой-то, еще что-то. Но мало того, они ее принимают еще и на чистку. То есть люди что делают? Весной сдают их в Canada Goose, и к концу лета или когда там они получают почищенные курточки. То есть их хранить дома не надо, и получаете полностью готовую и чистую курточку. Поэтому это, конечно, если вы хотите покупать курточку, которую вы будете носить уже все время, как бы на очень много лет, это правильный выбор, потому что она и элегантная, и теплая, и удобная. Я еще хочу сказать, что в Park Rangers та же система с этим warranty, вот при покупке. У каждой курточки есть свой номер, который вбивается и оставляется за вами, и точно так же работает, как у Canada Goose. То есть эти гайсики тоже Инечка себе заработали очень хорошие. Так что вот такие вот курточки, которые мы носим. И мы уже говорили в нашем предыдущем видео о зимней одежде. Ребята, вот эти курточки вы не должны там сидеть и думать, о, вот где бы мне взять там $1000 для того, чтобы потратить и купить классную курточку. Ищите, находите скидки, смотрите, что лучше, но не идите в Walmart, чтобы покупать и тратить $200-$300 на курточку, которую к концу сезона вы выбросите. Я слышала от многих-многих людей, что они были недовольны своими покупками, потому что покупают дешевые вещи, которые разлазятся, расползаются, носить неудобно, еще что-то холодно, то есть они не работают на то, что они сделаны. Зимы в Канаде холодные, поэтому если вы знаете, что вы будете проводить много времени на улице, купите что-то теплое, чтобы вам... Вот я хожу в одной рубашке, я не одеваю 5 свитеров наверх для того, чтобы одеть какую-то из этих курточек. Мне достаточно одной рубашки и курточки, все. Я видела, когда я еще ездила на автобусе, как только мы сюда приехали, я ездила на работу, я видела ребят, молодых парней, там девочек, которые были просто в одной футболке или в какой-то легкой кофточке, у них были Canada Goose практически у всех, и они ее в автобусе снимали и оставались в этой одной футболке. Я думала, как вообще так можно ходить? У нас в Украине было там 5 свитеров оденешь, и там еще что-то, и там обмотаешься с шарфами, и чтобы тебе не было холодно. А тут люди пришли, сняли курточку, это очень удобно. Когда вы почувствуете это, что можно просто теплую классную курточку одеть на футболку или на рубашку и пойти на работу, и снять ее, и чувствовать себя комфортно, guys, это просто обалденное чувство. Так что смотрите, задайте вопросы нам, если вы не знаете, как правильно искать или какие-то... Дело не в брендах, а дело в том, что вы можете за те же деньги найти более качественные вещи. В Сережином видео вы увидите, какие курточки мы ему находили вообще за копейки, которые стоили там 1500, мы их покупали там за $300, грубо говоря. Поэтому вы должны понимать, что если у вас есть деньги, чтобы потратить, потратьте их с умом. То есть вы должны понимать, эти курточки мы не купили все там в течение одного месяца. Мы тоже набивали свои шишки, мы тоже покупали курточки в дешевых магазинах, потому что когда нету денег, и ты не знаешь, что и как покупать. Но ты понимаешь, где сейчас эти курточки? Где-то уже давно выброшены, они даже, их на донейшн даже уже не отдашь. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте, мы будем рады вам ответить. И не пугайтесь зимы в Канаде, она не настолько страшная, особенно если у вас есть правильные вещи и правильный экипмент, как говорится. Так что главное правильно утеплиться, и никакая зима не будет страшна. Так что всего хорошего, не забывайте подписаться на Инстаграм и не забывайте подписаться на наш канал. Всего хорошего, пока!